Прошу извинить за опоздание, сеньоры. Заблудился. Питер, для маэстро. Не нужно. Благодарю вас. Начнем. Друг недавний мой, скажи, что с собой мы сотворили? Почему мы нашу жизнь в представление превратили? На глупую игру истратили таланты, и на чужом перу, как два комедианта, мы с печалью и тоской даем спектакль шутовской. Занавес, отыграны все роли, занавес, без масок все герои. Слепли все прожектора. Занавес, устал медоркестра. Занавес, окончена фиеста. Занавес, пора расстаться, нам пора. Занавес, я жить хочу без грима. Занавес, я лишь сама себе судья. Занавес, театр наш негоден. Занавес, теперь и ты свободен. Занавес, финита ля комедия. Комедия. Высокое звание, орден, который мне дали, для меня всегда останется той светлой памятью, потому что всю свою творческую жизнь я посвятил искусству, театру, и мне сегодня очень радостно, что наши старшие братья, россияне, не забыли нас. Der der mir wurde mir das Parkgeber zurück ins Städte Pohot der Keres Parkzieher ging hier gochetzi nere zekin das twatsner vor chem avata cel der zorciana du raz gordecik jas patrzwace bajt as der ins wurde zam mit der struge wasat Lasile Rostrat, Astvatsner na Stevinch Gorzune, du Schalbeles. Amen an Kam, ihr Theodor Datares Nummer Griva, Astvatsnerin di Beluhamar, Nrazaramela, Misseva Karam Pochumen Megurishov, Amenitarmov, Viramlo Gizlatjera, et honorit di Tarezi, et honorit Zlatjera, Vorek David Samar Parzeci, Mi met Чешмартучун, Марткалин, Лактиучуна, Аствацнеризову. Эта история произошла в моем отеле совсем недавно. В прошлом тысячелетии.
История еще не кончилась. Обезумевший от горя, брошенный супруг продал с большой выгодой виллу купцу первой гильдии Хлебосолову и скрылся в Европе. А купец женился на дочери предводителя уездного дворянства Александрине Головиной. Вот здесь, нет, вру, вот здесь они провели первую брачную ночь, и ровно через 9 месяцев у них родился первенец. А всего у них было 8 детей. Они жили долго и счастливо и умерли в один день. Царствие им небесное. Я передумала, я остаюсь. Нет проблем, дорогая. Неужели в один день? Да, милая, да. Их расстрелял в 20-м году комиссар Щепочкин. Смотри, Сережа. Видишь? На, держи. Ну, это-то как понять? Ради Христа объясните мне, с кем воюете? С турками. Ну, кто же объявил войну туркам? Никто не объявлял войны туркам, а просто люди сочувствуют страданиям армянского народа и хотят помочь им. Но Сережа говорит не о помощи. Частные люди не могут принимать участие в войне без разрешения правительства. Ну-ну-ну, какова ваша теория, почему частные люди не имеют права? Да, моя теория та. Война, с одной стороны, есть такое животное. Ужасное, жестокое дело, что ни один человек, я уже не говорю христианин, не может взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство. В том-то и штука, Анна. Что бывают случаи, когда правительство не исполняет воли граждан. И тогда общество заявляет свою волю. Убивают братьев и единоверцев. Теперь на этом корабле командую только я. Филипп, он же спас нам жизнь. Не лезь. Конечно, он же спас нам жизнь. Заклюйтесь вы все, болваны! Если испанцы хотят их взять, то они их возьмут. В любом порту, куда мы пойдем за водой. Тогда они поджарят нас. Вместе с ними. Войны! Я вижу трупы наших жертв, детей, женщин и стариков. И если кто-то скажет, что это можно перенести без внутреннего содрогания, то я вам скажу, что вы лжете!
աշխատական արտիստ Վլադիմիր Մսրյանն արժանացել է Ռուսաստանի Դաշնության սոցիալական խրախուսանքների եւ նախաձեռնությունների ընդլայնման միջազգային հիմնադրամի շքանշանին։ Այն բարձրագույնն է հիմնադրամի 20 տարբեր նշանակության շքանշանների մեջ եւ տրվում է գիտության եւ մշակույթի երևելի գործիչներին։ Վերասանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ ուրախ է Պարգևի համար։ Նա նաեւ նշել է, որ այդպիսի բարձր գնահատականից հետո կանգ չի առնի, առաջին անգամ չէ, որ նման Պարգևի է արժանանում։ Ինչու ես ստացել եմ, դա ստացել եմ, ուղղակի չգիտեմ ինչով է դա պայմանավոր, երևի նրանով, որ դրա մասին չեմ մտածել, ուղղակի իմ գործն եմ արել։ Ես ինքս հուզված եմ այդ առիթով, երբեք չէի սպասում նման բան, ուրեմն նշանակում է ինձ հիշում են, ինձ մեծարում են, ինձ ճանաչում են, դեռ չեմ մոռացված։ Սա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, որովհետև նման շքանշանի առաջին անգամ եմ ես արժանանում։
Володя, он не прогадал. Я знаю, не прогадал, потому что он не нашел, русских актеров не нашел. На такую планку он это благодаря ему это. Ну, это риск был, большой риск, и он пошел на этот риск. Не все идут. Сам телевидение, да? Да, там на 20 минут. А, вы сейчас на телевидении? Через мост, да. Идем на вокзал. Ну, здесь вокзал-то рядом. Ну, тут рядом, ты что, до Танечкиного моста. Какие тут проблемы? Алберджио, будь здоров, дорогой мой. Я вас очень люблю. Люблю за все свои качества, которые мне очень близки, очень горжусь и тобой, и я рад, что мы вот, да, хорошо было. Там же мы там построили, значит, памятник, когда он умер, значит, да. И ходили иностранцы, и говорят, как, здесь похороним, погодите, мы не знали, кто это. Но если бы ты забрал памятник, да, мне они подарили. Да. Альберт помнит, они мне подарили. Подарили, да, его? Да, вот подарили, сказал, но я не смог его провести. Да. Провести. Вы знаете, была диктор телевидения у нас, Валентина Дроздовская, такая знаменитая, да. Валя. А у нее муж был актер этот, господи, Лемке, Лев Лемке. Да, я знаю. Вот. Я с ней дружил. Один раз приезжает ей домой, сидит с ней, она ходит. Арману я подарил. Да, она очень. Сыну. Да, да. Очень. Там очень, да, там очень прекрасный. Потом еще когда приеду очень, я возьму, значит, вот этот самый церковный хор Ленинградского управления Афанасьева. Чтобы обязательно мне это привези. Вот. Я уже это самое хочу послушать. Я хочу взять две кассеты. Значит, завтра. Час. Нужно договориться час. Подождите, я сейчас Лене позвоню, секундочку. Во сколько? Я забыл. Так вот эти кассеты, когда за нас обязательно будут, я обязательно приеду. Да, это фотография. Это город. Да, хорошо. Хорошо. Прекрасно. Да. Все войдет в кино. Ну да, вот это очень. Да. Ну все, он тоже. Очень хороший мужик. Да. Он нам обещал.
Зови, как тебе хочется. Диана охотница. Это слишком торжественно. Тогда Дида. Дида? Пусть будет Дида. Вы замужем? Была замужем. Он умер. Упал с лошади и разбился. Я его не любила. Писателя, автора книги, которая скоро, еще очередной книги, которая сейчас выйдет, Леонид Александрович Минакер. Второго режиссера, старейшего работника киностудии «Ленфильм» Анну Давыдовну Тубиншляк. Композитора, который обогатил картину о Паганини своей оригинальной музыкой, Сергей Петрович Баневич.